Ефимова. Еще раз скажу, на этой дистанции Юлия Ефимова дважды выиграла на чемпионатах мира. Четвертая дорожка. Наташа Иванеева. 32-13. Пока второй результат. До отбора еще довольно далеко. Даша Чекунова, Санкт-Петербург. Юниорка, 90... нет, наврал. Не юниорка. Надо в сборную отбираться. Елизавета Базарова на ваших экранах. Республика Татарстан, седьмая дорожка. И вот только на восьмой дорожке у нас юниорка. Алена Чеховских, Санкт-Петербург. 2001 год рождения. То есть в этом сезоне и в следующем сезоне еще может выступать по юниорам. Но пожелаем ей успеха. А пока у нас Ефимова точно выполнил норматив. Сомнительно, что она проиграет сегодняшний заплыв. Может быть установление рекорда России или мира. Давайте следить. Ну а Наташе Иванеевой до выполнения норматива всего лишь 0,3 не хватает. Тоже давайте поболеем. Дорожка номер 5. Ефимова наш. Итак, со старта вроде бы ушли все беспроблемно. Наблюдаем, что же будет. Квалификация 30-99. Рекорд России 29-52. Рекорд мира 29-48. Ефимова на дистанции. В полуфинале время было 29-95. Опять очень большое преимущество над соперниками. Иванеева пока идет вторая. Рядом с Иванеевой еще подкатывает Анна Ганус. Пока на третьей позиции. Примерно сопоставимые скорости с Иванеевой. 29-88. А вторая все-таки Анна Ганус. 31-43. До норматива не дотянули ни Ганус, ни Иванеева. При